Всем здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. Сегодняшнее видео я хочу вообще посвятить, потому что очень много девочек просят, как поливать азиатские орхидейки. Ну и не могу упустить момент показать вам вот эту вот свою красотульку. Распустилась она у меня вот почти вся. В одноклассниках у себя в соцсетях я выкладывала ее, когда она открыла первый бутончик. Очень красивая. Очень ароматная. Прям не могу налюбоваться. И цветочки у нее такие восковые, прям красивые-красивые. Прям лопатулька. Там она с деточкой сидит. Детка у нее уже тоже большая. И вот такого вот ангела хочу вам показать. Тоже ароматное. Смотрите, сколько много бутошков. Она вот такая вот красивая-красивая. Так, засвечивает. Так хочется показать ее натуральный цвет. Наверное, не получится. Вон там вдали, который последний цветочек, вот. Но опять же, больше как-то вот такого розово-фиолетового цвета на ней, чем белого. Вот. Со вспышкой вот засветляет, все ничего не видно. Вот. И теперь пойдемте, я вам покажу. Потому что девочки некоторые волнуются, переживают, боятся перелить. В итоге у них растения, которые еще сидят не пересаженные во мхе. Вамху. Сейчас многие меня исправят. Боятся, что они... Ну, что-то с ними случится. Ну, а поливать мы с вами будем вот эту красотку. Не поверите. Цветов в наличии азиатских очень много, но они все политые. Поэтому даже поливать некого. Так, как же вам показать, кого мы сегодня будем поливать? Вот без вспышки нельзя, будет не видно. Со вспышкой все засвечивает. Ну вот, я думаю, видно. Это такой огненно-огненно, прям красный цветок у него. Вот мы тут, видите, он еще у меня не мыт, это мой цветочек. Вот мы тут бутошечку доим уже. Надеюсь, он меня порадует. Ну и опять же, вот он не очень сильно хочет пить. Точнее, вообще бы я его не поливала. Но девочки просят, и не могу не показать, потому что для многих это важно. Вот я налила водичку. И когда растение сухое, оно даже стоять не будет. А этот, видите, он стоит. Когда совсем сухое, оно будет всплывать. И вот так буквально минут 5 надо подержать его в водичке. Для того, чтобы мох впитался вот прям до половины горшочка. И чтобы корнюшки напитались хорошо. Это мой, пересаживать некогда. Да и не хочу, пускай посидит в мхе. Хочу, чтобы он все-таки открыл свой бутончик и показал мне свою красоту. Вот. Ну а пока он пьет, чтобы не болтать просто так и не терять время, давайте я вам покажу, какая красота осталась в альбоме в наличии. Так, чуть-чуть, вкратце. Покажу, что они ростят, какие у них корнюшки. Кому очень интересно, можно зайти на мою страничку и посмотреть все. Ну, предварительно надо добавиться в друзья. Ссылочка на мою страничку будет под этим видео. И вот такая вот еще красотулька. Надо было свет внизу тоже выключить. Осталась в наличии. Там наверху морковки, смотрите, какие уже большие. А пришли просто лысые морковки, ничего не было. Вот такие росты выросли у меня за время, пока они у меня находятся. Так, ну там не достану и даже вот не буду наверх лазить.
Здесь вот такие вот шикарные башмаки стоят. Такие красивые. По много деточек у них внутри. Вот 104, кстати. Смотрите, какие бутошки ростят. Кто это, можно посмотреть. Не буду вставлять фото, кому интересно. Кто желает приобрести. Сейчас, подождите, чтобы не сломать. Вот такие, смотрите, корнюхи. Вот это напитое растение. Вот такие корнюшки сочные должны быть у них на второй день после того, как они попили. Потому что мочила я их, поила вот так до серединки и до утра. Ну, как там в течение дня, если вы утром поете. Мне утром некогда, я все это делаю вечером. И вот это все вот постепенно потом, ну, в течение дня до вечера все поднялось, и вот такие вот корнюшки получаются. Вот такие вот шикарные кустики. Тургор держат все. Так, вот это у нас черный башмачок. Сейчас посмотрю, бирочка есть, если покажу название. Так, нет, здесь не все почему-то без бирочек. Ну, не почему-то, а не во все садовник ложит бирочки. Вот эти вот красотки тоже, они вот с бирочками. Вот такое название. Так, нифига не видно. Вот такая вот красота. Кому интересно, остановите, прочитайте. И можно забить в Яндексе и посмотреть. Вот такие 86-е остались. Тоже шикарные. Очень красивый это биглип. Похож на шоколадку. Сказочной красоты вообще цветок. Так, здесь у нас 85-88 остались. Тоже смотрите, какие шикарные кусты. Ой, сейчас вытащим кого-нибудь. Вот видите, какие корнюшки после того, как они попили. Я надеюсь, вам не засвечивает и будет видно на видео. Вот такие вот шикарные кустики. Вообще все кусты шикарные, все. Вот здесь тоже у нас кто-то. Не буду вытаскивать. Видите, какой цветоносик уже тоже. Вот-вот бутошки будет дуть. Уже начинает делиться на бутошки. Ну или... Так, 56, наверное. Ну да. Там и листик растет новенький. Молоденький. Так, здесь у нас тоже остаточки остались. Это у нас 164. Такие вот уже бутошки. Тянется под лампу цветонос. 49-й. Вот даже не помню на цвет, как они выглядят. Ну, все вот шикарные вообще кусты. Так, давайте вот это, наверное, вот туда. Сейчас цветонос задену. Сломаю. Смотрите, какие корни. Девчонки, очень вас прошу. Вот выставила фотографии, да, под каждым фото. И начинают... Некоторые девочки, можно фото кустика в личку? Нет, девчонки, нельзя. Вот представляете, вот они стоят, да, надо мне перешишить. И вон видно корнюшки, какие шикарные. У биглипа у этого, который на шоколадку похож. И надо вот вытащить, сфотографировать, отвлечься. У меня очень много работы, вот вы не поверите. Поверит тот, кто сам этим занимается. Вот сейчас маленько вам их на видео покажу. Вы видите, что они все шикарные. Вот такой вот красотун. Надо же, бирочки прям вот были почти, мне казалось, у всех. Ну, кому интересно, зайдете, посмотрите. Так. Вот здесь. Такой вот варегатненький тоже. Смотрите, какой цветонос уже вот-вот откроет бутошечки. Лапочка. Так, 16-й. Это, по-моему, у нас
тоже Big Lip, такой сиреневый. Не буду вытаскивать, тут одни вон цветоносы у них. Не хочу, а то сейчас сломаю. Давайте вот так поп... Вот видно корнюшки. Видите, какие шикарные. Так, кто у нас тут еще? Вот эти вот 14. Так, вон 12, смотрите, тоже стоят с какими цветоносами. Вот. Кстати, у этого был по приходу, когда пришел, сломался вот верхушкой. Смотрите, он дальше начал ростить, ничего не остановил. Так. Ну, там ничего уж такого. Так, здесь у нас... Господи, ну надо же, забыла вообще все названия. Вот что значит... Постоянно сезамы 47-е. Они все шикарные, девчонки. Сейчас не знаю, как и где, и кого вытащить. У кого-нибудь сейчас сломаю. Не хочется вот их даже травмировать лишний раз. Вот представьте, да, начнут каждый писать. В личку можно фото? Уж у меня ли фото спрашивать? Всегда все показываю на видео. Всегда фотографирую, все под фото выкладываю. Вот такой вот сезамчики. Они все такие. Они все шикарные. Цветоносов пока нет ни у кого, но у них размер... Вот так вот, если... Это размер 2,5. Размер цветения. То есть пересадите и... Все будет шикарно. Вообще обалденные. Ой. Растет корнюшка. Зайки. Им хорошо у меня. Они прям не хотят от меня к вам уходить. Никому. Теперь будут его поставить и никого там не сломать. Этот черные орхидейки. 45-е тоже все с шикарными корнями. Кстати, очень красивая орхидейка вот эта. Посмотрите, зайдите. 45-й номерочек. Они у меня все под номерами. Так удобнее намного работать. Вы забронировали, и один номерочек мне прислали в личный смс. Так, вот 209-й, девчонки, кто-то сегодня тоже просили фотографию. Вот они, кусты. Не буду доставать, потому что я его сломаю. Вот он, тургор замечательный. Вон у него корнюшки. И второй там тоже стоит такой же. Так, здесь у нас 96-й. Вон тоже, видать, корнюшечки. А уж 166-й вообще. Там корни... Пруд. Не растут, а именно пруд. Это... Дендробиум вот такой вот шикарный. То этого уже мамки нету. Выросли две детки. Причем у меня. Пока они тут живут. Тут вот 12-й, вот на 12-м. Ну, опять же, не достану эту бирку. Потому что она... Сога Реликс, что ли? Сейчас я вам покажу. Нет, не покажу. Засвечивает все. Вот. Это надо же. Фокусируется и засвечивает. Ну, ладно, кому интересно, зайдете, посмотрите. Я как-то снимала предыдущее видео и каждому вставляла фотографии. Сейчас уж не буду этого делать, девчонки. Вон растущие корнюшки. Здесь даже вон, видите, цветоносик растет. Вот-вот только проклюнулся. Вообще все шикарные кусты, все. Так, сейчас сядет у меня зарядка. Ну, вот уж прошло 5 минуточек. И вот, видите,
половина горшочка мха сырого. Вот этого ему достаточно. И вот так вот я пою азиатские орхидейки. То есть, видите, корни сочные стали, они напились. Этого достаточно. А то, что вы окунули раз, два, три, этого совершенно орхидеям не хватает. И, конечно, они будут терять у вас тургор. Это мне девочка одна пишет, сидят в мхе, тургор теряют, не знаю, что делать. Пересаживать не хочет по своим причинам. Тургор теряют только потому что им не хватает влаги. Они не напиваются, их надо напоить. Если боишься, не буду даже имени называть, она поймет, что это идет речь про нее. Боишься, что что-то с шейкой случится, мох, например, высоко. Мох отодвигаешь, убираешь отсюда, аккуратненько пинцетиком вытаскиваешь и оставляешь так. И ничего им не будет. Вот такая вот моя красоточка. Зарядка садится, вспышка не работает. Ну все, девочки, вот такое кратенькое видео. Думаю, было полезно для моей подписчицы, для моей клиентки и просто для моего друга. И думаю, кому-нибудь это было полезно еще. Всем пока, до новых встреч. Ссылочка на мою страничку в Одноклассниках будет под этим видео. Пока-пока!